Кристина Асмус поделилась у себя в Инстаграм роликом, на котором она рожает в ванной. За 2 дня ролик собрал более 1 миллиона просмотров. Готовы морально соседи? 2 недели карантина! Роддома закрыты, акушер на самоизоляции. У вас есть я и мой влог «Роды на позитиве». Моему и вашему ребеночку крупно повезло. В доме есть все необходимое для комфортных родов. Удобная ванная, муж. Плойка, холодильник. Девочки, не забываем про положение планет. Венера вовну, это реально опасно. Пишем комментарии и ставим лайки. Одни комментаторы оценили шутку звезды и посмеялись над поклонниками, которые поверили в ее положение. Другие стали осуждать Асмус за то, что она приняла участие в столь провокационном проекте. Даже экс-муж Ксении Собчак Максим Виторган не сдержался, написав под видео «Как я ржал». Знаете, почему я плачу? Потому что вы до сих пор не посмотрели первую серию нашего трэш-сериала «Безумие». Ребят, серия в 18 минут идет, но имейте совесть. В общем, ссылка в шапке профиля –